Вместо дома – котлован, а вместо квартир – без различия власти. Дольщики ЖСК «Машиностроительный» у стен регионального правительства провели пикет. Люди устали ждать и не верят многочисленным обещаниям чиновников. Переехать в свои квартиры они должны были еще год назад, но там до сих пор не забита ни одна свая. Жаркий пятничный день вызвал жаркие разговоры. К людям вышли представители Минстроя и Госстройнадзора. Пока договорились о проведении рабочей встречи всех заинтересованных лиц. Но год назад уже разговоры подобные были. За это время лишь количество воды в яме увеличилось. Так что уходить обманутые дольщики не торопились. Дальше разговоров дело пока не идет. Кроме того, люди требуют включения своего недостроя в дорожную карту по достройке проблемных домов. Живем мы в старом, еще эти сталинских домах на Серова, двухэтажки, и они все сыпятся, конечно, дома, ну, взяла кредит, я еще гашу этот кредит, работаю, так как я взяла кредит, конечно же, возраст у меня не тот, но взяла, чтобы отдельно пожить в новой квартире. Сколько вы заплатили за квартиру и какой платеж ежемесячный? У меня ежемесячный платеж 13 200 каждый месяц. Я получаю получку, у меня уходит все на кредит.